моментами обычно замены. Здравствуйте, дорогие друзья, у нас Брюгге и ЗТК. Серьезный футбол, Суперлига, первый тур этой пары, этих команд. Сразу хотелось бы озвучить составы. Хауляк Александр, Салай Арсений, Кучма Роман, Гюрджан Алик, Мельник Виталий, Гладкий Богдан, Самиляк Михаил, Калита Слава, Аркалаев Тимур и Эль-Хабил Мухаммед. Ну, в принципе, должен был Гюрджан Алик подъехать, но, видимо, Саша не договорились. По всей видимости, не сможет он приехать сегодня. В составе же команды ЗТК Аремеев, Артем на воротах, Харченко, Станислав, Мазур, Андрей, Дмитриенко, Сергей, Хавыша, Акрама, Ардальянов, Алексей и Миколайзин Ярослав. Вот и вот, кстати говоря, завелся формой. А вот и Гюрджан, да, нет, почему я сказал, что его нет, я даже не заметил, что я его фамилию-то прочел. Ну, как говорят, солнышко-то пригрело. С мячом ЗТК, дальний навес, очень дальний, но Дмитренко Сергея тут отлично просто принимает этот мяч. Ну и достаточно жестко играет против него Дмитренко. Быстрее, Серёнь! Дима! Куда ты приходишь? Пробный удар. Ремия выручает, видит все, как он сам говорил, Артем, что для него очень комфортно воспринимаются игры именно на искусственном поле. Николайзен сохраняет мяч, отдает в разрез прекрасную передачу. Ну а там дальше просто загнал себя Ардальянов, честно говоря, чуть-чуть. Если бы, возможно, раньше отдал передачу, там было бы все куда лучше. Неправильно введенный мяч от Хавеши и вот аута. Кучма на Хауляка. Резко с места хлестко пробил, но и тут же на газоне оказался Александр Хауляк. Держан. Артем Ремеев на Дмитриенко. Есть супер шанс. Едва-едва не забивает сейчас Сергей Дмитриенко. Мельник. На Кучму. Ардальянов. Харченко на Ардальянова. Пробует Николайзен открыться. Дмитриенко на Николайзена. Дмитриенко отлично выбаривает этот мяч. Бить не стал, сблизился с Харченко. Станислав там пробует сохранить мяч. Нет, это было рискованное решение изначально. Ардальянов на Ремеева. Гюрджан. Хорошая возможность. Ух, отмашка была. Едва ли по лицу не попали Артему Ремееву, честно говоря. Так пяткой. Дмитренко на Николайзена. Ардальянов. На Дмитренко. Снова Ардальянов. Николайзен в разрез на Сергея. Очень классный пас. Сергей не стал бить.
Ну и, честно говоря, едва ли мяч не потерял. Вот отдавая такую поперечную передачу. Снова Дмитренко. Ну, там не прыгал, на самом деле, Мельников. Такое впечатление, что прям поехала нога у него. Опорная. Дмитренко. Пробный сильный удар. С носка не получается словить мяч как следует. Такой, я бы сказал, скорее полунавес, полупыр. Как привычно говорить у нас на улицах. Мелик, Виталий Мелик, Юрджан. Если говорить про индивидуальную силу Брюгге, да, хороший сбор. Очень ребята могут каждый обыгрывать, каждый бить. Но вот командной игры не так много, мне кажется. Удается Сергею Дмитренко обыграть, пробивает он. Скрыто пытался там корпусом оттеснить его Хауляк, и поэтому апеллирует к судье Сергею Дмитренко, что фол все-таки где-то там просматривался. Мазур навешивает. Сергей Дмитренко выигрывает борьбу. И что у нас? Замена некорректная, по всей видимости. Дмитренко. Харченко. Дардалянов. Брюгге с мячом. Эльхибил Мухаммед. Салай Арсений. Сомеляк. Он стучался, ни к чему это не привело. Адалянов. Хороший контроль. И вот он шанс забить первый мяч. И есть, в принципе, этот первый мяч. Реализовывает у нас, друзья, Сомеляк с передачи Калиты. А минута у нас, друзья, как я понимаю, седьмая. Дмитренко забрасывает на Хавеша, Акрам пробует пробить. И отличный сейф от голкипера. Аркалаев Тимур, если я правильно понимаю, как написана фамилия. Акрам, быстро проводи. Ремеев на Хавеши. Мазур. На Дмитренко. Дмитренко снова на Мазура. Дмитренко. Есть забитый мяч. И, честно говоря, этот мяч вполне возможно попадет в топ этого первого тура. Дмитренко Сергей сравнивает счет. Лихибил сбрасывает назад. Нарколаева Тимура. Ошибка от голкипера. Мазур. Нардальянова. Хавеши. Мазур. Дмитренко.
Хорошо с мячом остается Сергей. Ну просто идеально вышел из ситуации. Хотя грязновато, честно говоря, против него вот на левом фланге играл Калита, там, отмахиваясь всячески руками. Эльхибиль Мухаммед на замахе. Вот так обыгрывая сейчас Ардальянова. Дмитренко. Ну, а там руки у нас были, друзья. Тихо, что вы делаете? Хороший проход от Калиты, дальше запутался, но правда Эльхибиль подбирает все-таки этот мяч, финтит. Под стопу и прекрасный сейф от Ремеева Артема. Я думаю, что тянет на самом деле на попадание в этот первый тур тоже. И этот сейф уже как минимум у нас эффектная игра. Салай Арсений на Калиту. Николайзен. Пас отдать не смог Николайзен. Дальше продолжает водиться. Непонятно зачем. Недоволен Сергей Дмитренко. И Салай, и супер шанс. Николайзен. Дмитренко. Ярик, домой, ребят! Домой! Ну, свой, это за встречей! Смеляк. На Калиту. А кто забил? Забивает Ардальянов, друзья. 24 номер. Минута. Давай, разбивай! Контроль за брюки, Гюрджан. Зачем он там пас отдавал? Непонятно, друзья. Алеши. Акрам на центр, на Ардальянова. Тот в центре свободен, сам пробирается. Пробует обыгрывать вот таким предсказуемым, как мы видим, способом. Как хорошо справляется с мячом второй номер. И это сейф от Кучмы. Хельник. Еще один сейф. Кучма на Гюрджана. Алеши выигрывает борьбу на рывке и выходит 1-1. Не самый удобный выход, но с ним справляется более чем голкипер. Как ты сейчас, когда нет? Да, блин,
Мельник на Кучмовом. Попробуют обыграть. Нужно осторожней, друзья. Здесь сетка, и можно на самом деле травмироваться на ровном месте. Нахуй их сюда ставили. Пусти. Ты всех уебался. Николай Зен. Стас, есть, слева. Ардальянов. Кучма, какой дриблинг прекрасный. Пробивает и ими выручает. С бешеной просто самоотдачей второй номер ворвался в сегодняшний матч. Николай Зен. Чмам. Пас этот был в борьбу, Мельник. Гладки. Снова на Мельника. Алик Гержан. Классное движение от Алика. Николай Зен там все-таки закрывает корпусом. Сложенный пол черный. Не растерял Артем. Форму, ну, правда, немного веса набрал. Мне так кажется, честно говоря. Ардальянов на Дмитренко. Снова Ардальянов. Мазур. Вот Сергей Дмитренко в идеальной форме. Такое впечатление, что этот карантин даже на пользу ему сказался. Выдал просто первый тайм, честно говоря, на мой взгляд, на высочайшем уровне, учитывая то, как подвижны брюги, то, как часто приходится возвращаться в защиту. Огромный респект. Да и, в принципе, Мазур тоже хорошо себя показывает, учитывая даже то, что возрастной, будем так говорить, это футболист явно тут постарше многих, если не всех. Ардальянов не смотрел и не рассчитывал на эту передачу. Николай Зен. Хауляк на Мельника. Ардальянов. Мазур на Дмитренко. Пробует с левого фланга пробивать Сергей. Почему нет? Калита отыграл на Мельника. И Виталий просто вот так заправляет мяч, честно говоря, непонятно куда. Ребят, давайте ближе, каждый карту, ближе. Николай Зен, Ардальянова. Дмитренко сбрасывает на Мазура. Не успел поставить корпус, Виталик отбирает мяч. Три сейчас футболиста против двух. Хауляк. Дмитренко. Его, потому что прорывался там на самом деле. Дмитренко, Калита, друзья. Это у нас третий номер. Четвертый. Яко на пятый, я третий. Ярик, сюда, сюда, сюда.
Ну, почти успел. Почти успел сохранить мяч. Ардальянов навешивает на Дмитриенко. Дома. Поборолся в прыжке Сергей. Этого было недостаточно. Ремеев. Мазур вот такой сброс делает на Дмитриенко. Это не точно. Мельник удар в игрока Вардальянова. Есть добивание, но Калита не переигрывает Ремеева. Артем, по-моему, получает повреждение. Вынужденная пауза, друзья. Не можно. Александр Хауляк, по всей видимости, забивает этот мяч. К сожалению, вот такой ненужный мяч для ЗТК. Калита извиняется перед Ремеевым. И вот у нас звучит свисток, первый тайм окончен. Будет возможность восстановиться. Друзья, продолжаем. Второй тайм начался, прозвучал свисток. Эльхибил Мухаммед. Дмитриенко, шанс с левой ноги забивать сейчас. Вратарь неплохо перекрывал. Мне кажется, ударные все такие перспективные зоны Салай. Отличный уход Гладкова, Мухаммед Эльхибил. Артем Ремеев выручает.
Гладкий снова обстучался. Эльхибин Мухаммед переводит на Самеляка. Ремеев. Хавеши. Хавеш Артем сбрасывает. Мазур. Дмитриенко, Нардальянова. Ардальянов сбрасывает назад на Ремеева. Ардальянов. Не совсем точная передача, но Дмитриенко справляется с ней. Хавеши. Дальше на Мазура. Мазур на замахе ложным пытается обыграть Салая. Тут на опыте тоже не стал дергаться. И, в принципе, выиграл по позиции, но не в борьбе за мяч. Акрам Хавеши сбрасывает назад на Ардальянова. Ширины немножко не хватает здесь в команде ЗТК. Очень поле само по себе, я бы так сказал, обязует играть шире, потому что зацеп тут получше. И зон за аутами и угловыми свободной зоны меньше. То есть где-то там 1.5 метра, да? А вот если смотреть на меридиан, то там и 2, и 2.5. Как-то ты не так чувствовал себя скованно. Здесь тот же метраж, но внутри больше скованности. Соответственно, нужно больше использовать пространство. Это непросто. А вот для команды ЗТК Дмитриенко. Нардальянова. Но Дмитриенко и какой просто прекрасный мяч реализовывает, честно говоря, здесь Сергей. Я думаю, что мяч просто отличный. Он благодарит вот за такой пас. Минута. 23-я. Гирджан на Мухаммеда Аль-Хибила. Самеляк. Мардальянов на Дмитриенко, Сергей. Неплохой удар с левой ноги. Гурджан такое пространство держал перед Сергеем. В принципе, на самом деле, это был пассивный какой-то даже отбор. А вот классный пас выдает Салай Арсений на Эльхибила Мухаммеда. Салай. И это гол. Вот так с подбросом Арсений. Сравнивает тоже счет. У нас равная борьба. Дмитриенко на Харченко. Николайзен снова на Дмитриенко. Николайзен. Самеляк. Николайзен набирает этот мяч. Жестко в стык оба пошли. На самом деле не стоило этого делать. Опасно. Гирджан, зрячая передача, Еремеев выручает. Вот так. Дмитриенко, Нардальянова. Голкипер тут же бросает на Самеляка, то проблемы с приемом. Гирджан подхватывает этот мяч. Алик. Мардальянов. Дмитриенко. Гирджан на Мухаммеда. Эльхибил.
Смеляк. Харченко отбирает этот мяч. Ну и передержал. Мы здесь видим Марка Лайт Тимур. Калита на Мельника. Кучма. Ремеев фиксирует мяч, тут же забрасывает, но не пошел. Не пошел туда Дмитриенко. Вот за то, что ловит мяч в пределах поля, Самиляк получает желтый. Нужно все-таки с уважением относиться к турнирному формату. Это важно, друзья. И это, в принципе, организация, как выглядит команда в таких ситуациях. Калита. На Хауляка. Мельник. Кучма. Мельник. Оляк. Снова Виталик. Переводит налево. Был все-таки фол. Судья его разглядел. Роман Кучма обыгрывал. Пробный удар от Виталия Мельника. Не удается ему он. Ремеев. Дмитриенко. Отыграл на Ардалианова. Время, пожалуйста. Ардальянов борется против Хауляка. Удается ему так на замахе подловить. И дальше удар. Ну и фол. Фол от Александра. И вот такой забитый. Разошла стенка. На самом деле досадная ошибка. Ардальянов со штрафного удара реализовывает важнейший мяч, который выводит команду ЗТК вперед. Минута у нас, друзья, 30-я. Просто на троих игроков Калита побежал. Непонятно зачем. Вот он, штрафной удар. Роман Кучма.
Хавляк. Шанс для Мельника. Убирал ногу. Такое впечатление. Развернуться хотел пробить, но там уже лежал. И выбрал позицию себе Артем Ремеев. Вот так. Ремеев на Дмитренко. Дмитренко пробрасывает. Сергей, что дальше будет делать? Отдает на Мазура. Ну, это сейф. Дмитренко. Мазур на Николайзена. Напомню, что 4-3 минимальное преимущество на стороне команды ЗТК. У нас немного времени остается, меньше 10 минут. Чтобы быть точным, то примерно 8, как я понимаю. Гюрджан Алик. Николайзен. Николайзен. Запутался Ярослав. Дальше отдал на Дмитриенко. Сергей ставит корпус. Кучма. Точный пас на Мухаммеда Эль-Хибиля. Но не ожидал. Видим, что повалился корпус. Уже не смог устоять на ногах. Ошибка. Сергей и Дмитренко не брали сейчас тайм-аут. Мухаммед Эль-Хибил. Кучма. Дмитренко. Классно обыграл, но дальше уже агрессия, мне кажется, и сила вся была направлена лишь в удар, но не в точность. Ардальянов. И нет вратаря сейчас. И есть забитый мяч. Ардальянов реализовывает, а Дмитренко Сергей отдает голевую. Ага. На 34-й минуте был реализован этот мяч. Ну и Брюгге уже отстает на 2 гола. Просто нужно больше передачи давать, больше перемещаться. Салай на Мухаммеда Эль-Хибила. Снова Салай. Мухаммед. Контроль за Брюгге. Причем они сами как-то набрасываются на игроков ЗТК. Можно было бы этого избежать. В большинстве случаев неплохой удар из-под игрока. Ремеев ищет куда вбрасывать. Ну, только лишь Хавеши и Мазур. Пробует рывок делать Мазур. Нет, не успевает он до выхода мяча. Дмитренко классно удается обыграть. Тут пробует на технику обыграть и голкипера, но вратарь вовремя выставляет руку и просто на высоте. Мне кажется, здесь выглядит. Аркалаев Тимур. Мухаммед Эль-Хибил.
очень много стоя располагаются игроки Брюгге, в этом трудности их розыгрыши и их комбинации. Они мало двигаются прежде всего без мяча. Команде интересно в основном с мячом перемещаться. Без мяча мало перемещений, от этого мало и интересных эпизодов удается создать. Дмитренко. Авеши, это еще один мяч. Авеши Акрам и Дмитренко Сергей отдал голевую. Оляк. Снова Хауляк. Кучма. Пробует дальше отыграть на капитана. Не стал уже дальше потом пробовать еще раз, как минимум. Вот он удар. Слабоват, но Ремеев делает сейв. Харченко. Хавеши. Хартальянов. И неприятнейший автогол Ремеев. Артем сам себе здесь немножко на адреналине делал сейв и занес буквально несколькими попытками мяч в ворота, что, конечно же, неприятно. Сколько минут? На 38-й минуте этот неприятный автогол. И на данный момент у нас счет 6-4. Выигрывает команда ЗТК. Кучма. Николайзен. Ардальянов на Николайзена. Дмитренко. Отыгрывает передачу. Мельник выручает, вытаскивая просто из пустых ворот. Но вместе с Хауляком они выполнили колоссальную работу по защите. И сейчас ждут уже партнеры по команде на своей половине поля, на своих позициях. Харченко. Дмитренко. Ремеев на Николайзена. Авеши. Николайзен. Киржан на Мельника. И вот он шанс сейчас как минимум реализовывать. Запутался Кучма. На
Навес от Хавеши, мяч покидает пределы поля. Бирджан на Калиту. Калита на Мельника переводит. Самиляк снова на Калиту. Гирджан. Кучма. Друзья, звучит финальный свисток. 6-4. Такой итог. ЗТК побеждает, а команд мы поздравляем со стартом турнира.